Я не знала, что вы едете вместе. Путешествие с мужчиной в твоем возрасте – серьезный поступок. Ну что, лучшего места на этой барже нам не найти. Это капитан Петручек, следователь НКВД, который вел папино дело. Ну что, молодые люди, будем плыть вместе? Мы не можем погрузить всех желающих. Такого количества народа баржа просто не выдержит. Это концертный рояль. На нем играл сам великий композитор. Хоть Лев Толстой! Я 752-ю знаю, как облупленную. Вы на ней скот возили. На ней заклепки летят, как пуговицы. Ей-богу, борта все гнилые. Я все понимаю, эвакуация, все понимаю. Другого пути нет. Ну там же люди будут. Баржу грузим под завязку. На барже пойдет мой сын. Ответственность беру на себя. Нам нужен путь к спасению Ленинграда. И он должен быть найден. На той стороне не выбрать! Ленинграду нужен фарватер! А потому враг должен быть отброшен! Поставленную задачу надо выполнить или умереть! А ты знаешь, что я отец враг народа? Предатель! Немецкий шпион! Это она сбила тебя с толку? Этот человек все про тебя понял. Синоптики обещают волну как раз в том квадрате. 9 баллов. Некому спасать. Спасти Ленинград.